Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». 2000 спортсменов из 90 городов России, даже стран Прибалтики. Самарский марафон станет одним из самых массовых легкоатлетических праздников в стране. Для участия в забеге приедут многие профессионалы, добившиеся немалых успехов, в том числе и на международных стартах. У нас достаточно большое количество приглашенных гостей. У нас приезжает Олег Григорьев, это победитель World Race Эльбрус, то есть он занял первое место на этих соревнованиях в этом году. Он выиграл буквально неделю назад полумарафон Лужники. Он до этого выиграл, вернее, третье место занял на марафоне «Белые ночи». Приезжают ребята из Уфы, приезжают ребята из Екатеринбурга, из Москвы. То есть достаточно большая плеяда спортсменов. Не только профессионалы, но и любители пробегут первый открытый марафон на Кубок главы города. Дистанции предусмотрены для всех. 3 километра, 10, полумарафон длиной 21 километр и основной забег на дистанцию 42 километра и 195 метров. Стартовать спортсмены будут от полевого спуска набережной. Открытие соревнований в 8 утра. Первый забег в 9. Также всех любителей легкой атлетики ждет концерт на набережной. Мы всех жителей приглашаем посетить эти интересные соревнования, поболеть, поддержать участников, пропитаться этой энергетикой. Может, для кого-то это будет каким-то толчком для того, чтобы встать и самим побежать. Вот. Всех приглашаем на соревнования. Новый массовый забег возрождает традиции прошлого. В 80-х в Самаре ежегодно проводили марафоны. Маршрут проходил по основным улицам города. Старт был тогда у Ледового дворца спорта. Бежали улица Полевая. Новосадовая была перекрыта, то есть тогда областной ГАИ и городской ГАИ нам очень здорово помогали. Бежали до Сорокиных хуторов, разворачивались, бежали до 9-й просеки, чтобы набрать 42 километра, спускались туда вниз. И опять по Новосадовой финиш был во дворце спорта. Сегодня повторить такой маршрут не получится, слишком много улиц придется перекрывать. В день марафона, чтобы не мешать спортсменам, ограничат движение транспорта на Волжском проспекте, улицах Максима Горького, Лесной и Полевой на участке от Северо-Восточной магистрали до Речного вокзала. Организаторы просят заранее продумать маршрут, чтобы вовремя успеть на старт. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!